В Петрозаводском госуниверситете провели всероссийский экономический диктант. Образовательная акция прошла на базе Института экономики и права. Проверить свои знания смогли не только студенты университета, но и все желающие. В университете работали площадки для студентов и взрослых, а также для детей. Главная задача акции – оценить и повысить уровень своих знаний в экономике. Это просветительская акция, направленная на повышение экономической грамотности. И для студентов и школьников это особенно важно, поскольку именно они будут принимать решения в дальнейшем в социально-экономическом развитии Республики Карелия и Российской Федерации. Диктант проводят в формате теста, на выполнение дают 45 минут. В заданиях 28 вопросов об основных экономических процессах страны, важных датах и практических аспектах, с которыми сталкиваются жители. Задания в всероссийском экономическом диктанте были несложные, в основном направленные на исторический аспект развития экономики. В общем, в целом, очень интересно и очень здорово. Участники, набравшие более 85 баллов, станут победителями. Их пригласят на финал фестиваля экономической науки в Москве. Акция проводится уже шестой год. По прогнозам организаторов, в ней поучаствуют более 200 тысяч человек по всей стране. Результаты станут известны в ноябре.